Тем временем в стране наблюдается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. И пока одни игнорируют защитные маски и правила гигиены, в стенах реанимации областной клинической больницы 24/7, несмотря на праздники и выходные дни, врачи продолжают бороться за жизнь пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Среди них и главный внештатный реаниматолог региона Максим Петрушин. Медиахолдинг «Тверской проспект» и партнеры не могли не поздравить медика с профессиональным праздником. Подарки врач принимал на рабочем месте, между делом. А какой из них оказался самым дорогим душе, рассказывает наш корреспондент. Врачи неоднократно становились героями репортажей нашего телеканала, частыми гостями программ «Тема дня» и «Прямой эфир». Не раз мы рассказывали об их трудовых буднях, сложностях и радостях. А истории выздоровления пациентов становились достоянием всей страны. Когда мир накрыла эпидемия коронавируса, врачи первыми встали на борьбу с COVID-19, жертвуя своим здоровьем и временем. Настоящая схватка со смертью происходит в стенах реанимации инфекционного госпиталя. Именно там за жизнь пациентов с тяжелым течением COVID-19 борются анестезиологи-реаниматологи, в том числе и Максим Петрушин. Рабочий день врача начинается рано утром, а заканчивается поздно вечером. Каждый день красная зона, СИЗы, обходы, тяжелый случай, борьба. Мы застали реаниматолога в кабинете в конце рабочего дня за изучением результатов очередного КТ. Это здоровый ткань. А вот это все, это ковид. Это все ковидная пневмония. Вот эти части легких, они погибли. На снимке 70% поражений легких, говорит врач, а значит, впереди очередная схватка со смертью. Наша работа – это борьба, постоянная борьба, ежеминутная. Больше всего самое страшное и сложное – это ощущение бессилия, когда ты не знаешь, что сделать, и видишь, что человек может умереть. Но, к счастью, в большинстве случаев врачи знают, как действовать. Тактика и стратегия лечения отработаны. На вооружении техника и препараты. Но главное в этой системе все же руки и голова врача. Лечение каждого пациента – это сугубо индивидуальная такая вещь. Это же не просто набор биохимических реакций, каких-то процессов. Надо же уметь чувствовать пациента кончиками пальцев, понимать, что с ним происходит. Максим Петрушин профессиональный путь начинал санитаром на скорой помощи. Затем работал фельдшером медбрата. Возглавлял службу экстренной и консультативной помощи. С 2020 года руководит службой анестезиологии и реанимации областной клинической больницы. За минувший год через его отделение прошло более 3000 пациентов со сложным течением коронавируса. К счастью, большая часть из них спасены. Конечно, всех не упомнишь, признается врач. Но один уникальный случай запомнился. Девчонку мы выписали, которая была беременна, Катя Сосновская. Вот это, конечно, одно из ярких воспоминаний. Все тогда заплакали, я в том числе. История болезни многодетной мамы Екатерины Сосновской из Санкова, которая оказалась в реанимации со 100% поражением легких на 36-й неделе беременности, стала известна на всю страну. Благодаря титаническому труду врачей она в итоге благополучно выписалась из госпиталя, откуда ее встречала вся многочисленная семья. Мы разыскали бывшую пациентку, и она не могла не поздравить своих спасителей. Максим Александрович, спасибо вам огромное за ваш профессионализм, за ваше старание. Спасибо за то, что когда-то решились выбрать эту непростую профессию и посвятить себя этому важному делу. Вы не просто помогаете людям, вы спасаете этот мир. И от души я хочу пожелать вам крепкого здоровья, терпимости, стойкости, решительности и уверенности. Оставайтесь таким же прекрасным человеком, замечательным врачом, который еще поможет далеко не одному поколению пациентов. Такие видео, говорит врач, самые дорогие подарки к профессиональному празднику. Это вот вам привет от ваших пациентов. Да. На самом деле, из-за таких моментов, вот, из-за того, что такие моменты есть, мы и работаем. Медиахолдинг «Тверской проспект» и партнеры присоединяются к теплым словам благодарной пациентки и поздравляют медицинских работников с профессиональным праздником. Ваша работа подразумевает риск, постоянную ответственность. Чтобы вы смогли расслабиться на природе, при этом не заботясь о бытовых вопросах, отдохнуть и восстановить душевное равновесие после напряженных будней, полюбоваться прекрасными видами, медиахолдинг «Тверской проспект» дарит вам сертификат на отдых на одной из лучших туристических баз региона – пансионат «Верхневолжский». Зная, что у героя появится возможность отдохнуть на берегу реки Волги с удочкой, наши партнеры приготовили еще один подарок. Автошкола «Учебный комбинат» дарит вам еще один очень полезный для досуга подарок.
который сделает ваш отдых не только полезным, но и вкусным. Вот такую вот технику для копчения. Поздравления присоединяются и другие наши партнеры. Не мог остаться в стороне от знаменательного события и другой постоянный партнер медиахолдинга «Тверской проспект» компания «Рускирпич». Руководитель преподнес настоящий мужской подарок – набор инструментов, который пригодится и на работе, и на даче, и дома. Уважаемый Максим Александрович, компания «Рускирпич» поздравляет лично вас и всех врачей Тверской области с вашим профессиональным праздником. Я желаю вам побольше хороших историй и счастливых случаев, крепкого здоровья и крепких нервов. Только вы, находясь на передовой сейчас в наше нелегкое время, знаете, насколько человеческая жизнь бесценна. Мы хотим подарить вот такие подарки. А восполнить потраченный в тяжелые рабочие будни запас сил и энергии поможет сбалансированное питание. Продукция «Знаток» дарит нашему герою набор консервов из свежих, экологически чистых овощей и фруктов. Компания «Знаток» присоединяется к акции медиахолдинга «Тверской проспект» и поздравляет медицинских работников с их профессиональным праздником. Мы благодарим вас за ваш самоотверженный труд, за ваше терпение, за ваше внимание. Желаем вам самим здоровья, счастья, успехов и благополучия. Низкий вам поклон за ваш неоценимый труд. И, скорее всего, многие медики встретят свой праздник, выполняя профессиональный долг. Медиахолдинг «Тверской проспект» всегда с уважением относится к медицинским работникам. И еще раз поздравляет всех врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитаров и всех причастных к медицине с профессиональным праздником. И желает в первую очередь крепкого здоровья, благополучия, терпения и понимания родных и близких.